Мягче и теплее шерсти может быть только шерсть. Работа с ней доставляет колоссальное удовольствие. Абстрагируешься от всего, что было за день, и погружаешься в этот процесс и понимаешь, что вот прямо сейчас, прямо скоро уже будет какой-то твой творческий рожденный ребенок. Все о технике мокрого валяния из шерсти узнаете в новом выпуске программы «Стеклянный дом» 28 мая в 19:00.